Недолго, но все же не было тепла и в некоторых домах Петропавловска. Этой зимой там то и дело случаются коммунальные напасти. В выходные в городе снова прорвало трубы. Горячей водой затопило соседние улицы. Без воды на полтора часа остались около 1000 горожан. Коммунальщики причиной порывов называют изношенные на 65% теплосети.